Игорь, дорогой дружище, сегодня есть замечательный повод отметить твои гигантские заслуги во всемирной истории приключений, науки и великой дружбы. Когда ты появился на свет, миновало всего лишь 25 лет после Великой Победы. Еще не все окопы, как говорится, осыпались. А сегодня ты уже прошагал на этом свете два раза постолько. На разных континентах, в разных часовых и климатических поясах зияют глазницами выкопанные твоими стараниями выработки, где уже нет алмазов. Ты стал ученым с мировым именем Игорь Иванович. И как волшебный крот, увлекомый тягой к неизведанному, все стремишься к открытию новых кладовых недр во благо развития и прогресса. Желаю тебе как можно дольше продолжать в таком же стиле, неприходящем, развивать отечественную науку, обогащать аналы истории новыми приключениями. Учитывая твой известный талант, желательно не такими экстремальными, имея при этом карманы и счета, полные валют разного достоинства, битком набитые контейнеры печенья и цистерны самогоноварения и не уменьшающуюся компанию старых верных друзей, таких как я. Long live rock'n'roll. Шизгара forever. Дружище, с юбилеем тебя, дорогой мой друг. Игорь Иванович, хочу поздравить тебя с днем рождения. Видишь, на фоне этих вот березок, которые твои любимые, я ее пилю нахер. Здоровья тебе. Здоровья, еще раз здоровья. И ковида тебе в легкой форме. Давай, брат, держись, крепись. Ангола, Мозамбик и остальные БЛМ страны. Пока, брат. Игорь Иванович, время поджимает, поэтому с юбилеем тебя. 50 лет, только все начинается. Я думаю, ты еще не знаешь о том, как быть молодым папашей в этом возрасте. Мы с братом можем дать тебе подробнейшие консультации. Самое главное – здоровье, а остальное все придет. Давай, корефан, с праздником. Дорогой наш африканец Игорь Иванович, мы нашли в Псковской области самое африканское место России. За моей спиной имение Ганнибала. С горячим африканским приветом тебе из имения Петровское. Ну и по поводу, конечно же, стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Только где вот оно теперь? Где вот его теперь найти?
Останови. Ну, короче. Если жизнь... Если жизнь тебя обманет, не печалься, не грусти. День уныния. Нашли мы стихотворение. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. С горячим российским приветом африканскому другу. Игорь Иванович, наша любимая. От стужи нас не грели кителя, кителя мечтали, а теплым солнцем бредя. Казалось нам, как будто вся земля покрыта шкурой белого медведя. Эй, осторожнее, мой друг, эй, только мины вокруг. На срыти неизвестные края, да края вели проводники тропой звериной. Казалось нам, промерзла вся земля, а воздух можно расколоть на льдины. Эй, осторожней, мой друг, эй, только льдины вокруг. И каждый из друзей 17 лет, всерьез считал себя землепроходцем. Казалось нам, что шло за нами вслед, в края тени заветанные солнце. Осторожнее, мой друг, эй, только мины вокруг. Пришли и заложили первый дом, мы верили, мы знали, город будет. Но не за тем, чтоб жили в нем потом, достатком избалованные люди. Эй, осторожнее, мой друг, эй, только мины вокруг. Только льдины вокруг, только льдины вокруг. Привет, Игорёха, тебе из далекой Бельгии. Ну что, добро пожаловать в клубе пятидесятников. Хочу тебя обрадовать. Жизнь и после 50 продолжается. Даже для женщин, а уж для мужчин-то тем более. Самый расцвет сил, как говорил Карлсон. Вспоминала тут по случаю поэтому нашу студенческую жизнь. Глупую, беззаботную, пьяную, веселую. И тебя. Ты был таким солнышком. Молодым, красивым, юморным и добрым. Я тебя, конечно, давно не видела. Наверняка ты заматерел, стал солидным начальником, заботливым мужем и отцом. Желаю тебе еще столько же и стать мудрым дедом, может быть, профессором с кучей учеников, с табличкой где-нибудь в далекой Африке. Здесь жил масса шмаков и открыл месторождение чего-нибудь. Желаю также когда-нибудь встретиться всем вместе, всем нашим курсом, может быть, на очередной юбилей, желательно где-нибудь в далекой Якутии, а может быть, Африке. Скучаю ужасно, кстати, по всем. Ну и здоровья тебе, конечно. И еще хочу воспользоваться случаем и сказать тебе, Игорёха, что я не согласна с твоей политической позицией и надеюсь, что в следующие 50 лет ты ее изменишь. И когда мы встретимся, мы с тобой не подеремся. Ну и хорошо вам отпраздновать, выпить, закусить, потанцевать, попеть. Мысленно я с вами. Всех целую. Пока. Дорогому другу, непроходимому романтику, неунывающему оптимисту и просто замечательному человеку Игорёхе посвящается. Друг, дорогой, спешу тебя поздравить с пятеркой. И с приклеенным нулем.
свою физиономию оставить в творении Макса и запить вином. Судьба свела с тобой нас не в трактире, за кружкой пива с воблой на столе, на озере якутском Лабынгыри, ты был для нас, как светолуч во мгле. Бродил ты по таежным тропам лихо, сильней ружья стреляла твоя страсть. И дикая Мадонна Алиниха тебе в горах якутских отдалась. Ну, ты помнишь эту забавную историю. Лишён ты напрочь зависти заразы. Твоя улыбка, сердце, доброта. Друзей на зимбабвийские алмазы ты не променяешь никогда. Пусть долго солнце путь твой освещает. Здоровье пусть прилипнет навсегда. Тебя твоя команда поздравляет! Пьем за твои грядущие года. Игорь, а если в прозе ты редкой души человек необъятного сердца, и когда ты рядом, с тобой просто надежно. Друзья, махнем же за нашего друга Игоря. Будь здоров и живи долго. Дорогой мой Игорь Иванович, можно, конечно, банальности наговорить, что я без малого 30 лет, как знаю тебя как человека, который верен себе, могуч интеллектом, хорош собой, потому любим женщинами, но ты достиг того возраста, когда уже и сам в состоянии оценить все свои недостатки, ну и достоинства. Желаю тебе крепкого здоровья, в первую очередь, чтобы рядом всегда были надежные и добрые друзья. Целую тебя, обнимаю, и горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом. Обнимаю, дружище. Дорогой Игорь Иванович, от всей души поздравляю тебя с твоим 50-летним юбилеем. Желаю тебе, чтобы в твоей холодной Африке было много якутского солнца, нежной якутской рыбы и крепкого сибирского здоровья. Привет тебе, дорогой! Возвращайся скорее! Накормим тебя строганиной, олениной, свозим на рыбалку и будем вместе пить наши добрые напитки. Привет, Игорь! Как у тебя дела? Как живешь? Как работа? Надеюсь, что все хорошо. Я надеюсь, что ты меня узнал. Мы учились с тобой в школе с какого класса? 6-го. Лена Румянцева. Такая скромная девочка в школе была. Но тебя-то я тоже помню. Веселым мальчишкой, хорошим, спокойным, уравновешенным. Никогда не обижал девчонок. Был всегда... Хоть и, может быть, и не в центре внимания, но всегда был на виду. Так что помню тебя и не забывала никогда. И ты пиши, надеюсь, что будешь писать. Пиши хоть иногда. Поздравляю тебя с днем рождения от всей души. Вот разменяли, у меня уже был день рождения летом. Как говорится, разменяли уже 50. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего хорошего. Здоровья, конечно, чтобы ты был здоров, тем более у тебя такая работа, ты все время где-то находишься, то в Африке, то в Конго, то еще где-нибудь. Желаю всяческих благ, успехов желаю, добра, то есть хороших людей рядом, чтобы в семье у тебя было все благополучно, детки радовали, ну и поддержка была постоянно. С днем рождения! Пока-пока! Игорь
привет. Мимо искренние поздравления с днем рождения. Сколько раз ты облетел вокруг земного шара? 5, 10, 20. Желаю еще столько же. Ты наш добрый, умный, надежный Пенхаус. Новых тебе дорог, новых шахт, морей и гор. Ну, конечно же, здоровья. Обнимаю. Товарищ Шмаков, вы большой ученый. В кристаллографии знаете вы толк. Прошли Архангельск, Якутию. А сейчас, товарищ, зимбабвийский волк. Дорогой Игорь Иванович, поздравляю с днем рождения. Привет, Игорь Иванович. Ну что, остался всего один день, пока ты маленький, молоденький, зелененький. Знаю я тебя не так давно, вернее, давно, но мало. Но то, что знаю, хочу сказать, что ты настоящий самурай. Судя по количеству привезенных домой бриллиантов и золота, у самурая нету цели, у него есть только путь. Люди гибнут за металл, а для тебя это нормальное состояние души. Я тебе что хочу пожелать? На самом деле ты поймешь, что после 50 самый замечательный возраст. Здоровье еще есть. В душе только молодеть теперь будешь уже. Не забывай, друзья, мы всегда помним. Поэтому возвращайся. Примем как родного. Ну и надеюсь, поляну не зажмешь. Пока. Игорь, привет, дружище. С днем рождения тебя, с юбилеем. Хочу пожелать тебе здоровья, надежного семейного тыла, успеха в работе над твоими проектами, надежных друзей, товарищей. Хотели мы этот юбилейный год провести на каком-нибудь сплаве. Планировалась поездка на Оленек, но год выдался сложный. Оленек, как ни крути, для нас с тобой река такая значимая. Первые самостоятельные маршруты, первые отмытые алмазы, первые заверенные аномалии, первый кимберлит. Первые хариусы, пойманные накомарниками и запеченные в крафтовой бумаге. Олени, в которых кидались ножами и копьями. Пересказывание видеофильмов, когда было скучно и долго идти в маршрутах. Первые ножи, сделанные из старых ржавых капканов. Первые трофеи охотничьи. Первая рыба, пойманная на спиннинге. Офигенная природа. Жалко, конечно, что не получилось в этот раз ездить и отметить наши, ну, юбилеи там. Но ничего страшного. Я фотографировал за 10, можно сказать. Рыбу ловил за 2. Но с водкой посложнее. Тут каждый сам за себя. Что хочу сказать еще? Скоро увидимся. Посидим хорошо. Вспомним прошлое. Поговорим о настоящем. Наметим какие-нибудь планы на будущее. Вот такие дела. Ну и еще раз хочу пожелать тебе здоровья, всех благ, жму руку. Счастливо, до скорого.
Дорогой Игорь Иванович, поздравляю тебя с юбилейным днем рождения. Ты уже сделал многое. Не ушел из профессии в 90-е, ты мне реализовался. Нашел прекрасную и правильную Елену. Вместе создали крепкую семью. У вас прекрасные дети, создается семейная династия. Как модно сейчас говорить, ты участвуешь в создании человеческих ценностей. Дом, семья, работа, дети. Когда в твоей жизни была жопа, ты не унывал. Хотя, наверное, хотелось бы. Ты всегда открыт миру, и мир отвечает тебе тем же. Новые люди, новые встречи. Твои шутки и розыгрыши поднимают настроение всем окружающим. Ты можешь сделать же их жизнь нескучной. Вместе с Вовкой Нестеровым мы были чудной командой. В походах, в розыгрышах, поездках. Ты умеешь принимать нестандартные решения даже в самых типичных жизненных ситуациях. Это очень здорово. Твои друзья – достойные и уважаемые люди. Ты побывал во многих местах планеты, что-то там посмотрел, что-то ты уже успел раскопать и изучить. Ты научился разводить негров, как детей, воспитываешь их в любви к белому человеку. Судьба благосклонна к тебе. И желаю тебе, чтобы ты сохранил и приумножил свою семью. Сохранил себя в профессии и для профессии. Вместе с сыном открыл новый минерал или месторождение и получил Нобелевскую премию по геологии. Выучил китайский язык, а также местный диалект Зимбабве. Создал семейную династию как минимум из 3 поколений. С днем рождения! Дорогой ты мой, драгоценный Игорь Иванович, даже не знаю, как благодарить Бога, судьбу за то, что мы с тобой встретились. Это было, это есть, это нечто невероятное, да? Столько мы с тобой всего вместе пережили, прошли, столько веселых пьянок, столько походов, столько задушевных разговоров. Достаточно было одного телефонного звонка или WhatsApp, чтобы почувствовать, как ты там на другом краю земли себя чувствуешь. И мне становилось легче. Наша юность была прекрасна. Наше настоящее неплохое. Наше будущее будет чудесным. Тем более, что мы сейчас начали увлекаться всеми этими экспедициями, походами. У нас есть лодки, моторы. Мы пройдем еще не одну реку. Я надеюсь, что и Яна нам покорится, и Колыма. Ну и конечно, и Индикирка долгожданная. Все будет, Игорек, все будет. Да. Помнишь, у нас в студенчестве была такая традиция носить веселые семейные трусы. Это как-то внушало нам... поддерживала, заряжала нас оптимизм, да, в эти непростые безденежные годы. Я до сих пор и придерживаюсь этой традиции. И хочу тебе пожелать, чтобы твой следующий полтинник прошел так же весело и беспечно. За тебя, Игорек. Обнимаю тебя, люблю, целую. Mm-hmm.